Так, ну что, катаны, мы снова в эфире, пишемся. Ой, нам тут предлагают Bravel Pass. Это значит, что мы на том аккаунте, где у нас его нет. Ну, что делать, он слишком дорогой на данный момент времени. Но следующий мы возьмем, если не поменяется количество гемов на Bravel Pass. На следующий нам должно хватить. Вот. В конце сезона мы его возьмем. Когда доберемся. О, мегаясик бесплатный, да ладно. Да ладно, бесплатный мегаясик. Ты какой? Ну-ка, дай-ка нам бавлила. Бавлила нам дай. Дай нам этого спайка или кроу. Не. У меня было, вот выпало лего с такого ящика, где было 5 предметов, но... Последний мигал, да, и выпало лего. Уже кто не помню... Эмбер, что ли? На том аккаунте. А может ли он? Ну, не факт. То есть не суть. Факта он был. Потому что лего-то выпало из такого ящика. Поэтому, катаны, не отчаивайтесь. За раньше времени. Такое тоже бывает. Так. Ну, как бы все. Халявку собрали на сегодня. Так, у нас... По-моему, мы забыли качнуть Сэнди, да. Так, что-то с пастью. В пасти застряло. Так, ага. Да, его забыли качнуть. Немножко монет закрысим у Бипи. Бипи у нас следующая на прокачку. Вот она. Дофига этих. Опять же, до 20 с лишним тысяч монет надо. Это ж с ума сойти. Как я их буду набирать-то? Без донатов-то, а, катаны? Так, ну чё, будем играть за Пенни в Бравл Болл тогда. С этого начнем. Вот. Сегодня еще будет... Эти самые, будут эти самые, как их зовут-то? Японские городовые. Но эти... Рыборубка, вот. Ой. Вот так вот они удачно выстроились, и Пенни их рубанула. Так, а у нас... Это основной же аккаунт, да? А, у нас гаджет на подрыв. Вот такой. Мы тоже умеем подрывать. Чисто динамайк. Только... Ну, только 3 раза за матч. Ой. Держите динамайка-то. Не надо отъезжать от него. Надо в упор к нему штыриться и... И валить его. Так, нам тоже поломали ворота, да? Так, надо бы нам тоже подзабить тут. Ой. Ну. Ну, чё ж мы? Ой. Не шмогли. Опять что-то не шмогли. Так. Что динамик от нас хочет, простите. Ай. Турель слишком далеко. Подорвали. Подорвали, вслепую подорвал. Оп, оп, оп. Ну-ка. Ай. Мортис выжил. Жалко. Эх ты. Негодяй. Ну что ж делать, мы старались. Ах! Я-то думал, успею забить, а я что-то как-то... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, не судьба что-то, да? Ну... Не судьба.
Так, давайте реабилитироваться с катаной. Что-то мы как-то не очень хорошо сыграли, кажется. Ай, могли бы лучше. Что мы... Какого-то Мортиса завалить не смогли. Это неправильно. Что ты встала-то? Ну, ой. Встала такая, типа, кто там идет? Дурын, да. Так, ну и чё вы там? Ну? А чё мне не помогло-то? Алло? Ну вот, я старался, а мы не успели забить. Как всегда. Давай, заноси. Да заноси ты, дура! Идиотка токсичная, чё ты... Это саботажник просто у нас. А, эта тварь. Жаль, нельзя банить таких чучелов. Ну что ж ты будешь делать? Саботажница мелкая. Бывает же тварь, а? Не, ну таких надо, это самое, из рогатки убивать в детстве еще. Пока не выросли. Нифига себе. Вот для чего нужна кнопка бана, чтобы никогда в свою команду на матчмейкинг такие твари не приходили. Мелкие, противные, вонючки. Так, надо тут это аккуратно, тут и динамайк, как бы опасен, и вот. О. Ну, я только ящичек сломал, но это как-то не очень. Ой, ну. Блин, начнется сегодня нормальная игра или нет, или будет вот такая вот шляпа. Ай. Вот тут они в рядочек построили. Все, забиваем, бежим, бежим, бежим. Бежим, катаны, бежим. Ой, прекрасно. Уф! Прикройте мяч. Мяч. Да алё, блин! Да ваш уже за ногу, ну что вы... Блин, не видите ни хрена, что ли? Слепые. Вот так вас всех, чучелов. Фу. Ну, хоть здесь одну вытащили победу. Попробуем, конечно. У нас только право на ошибку не то, чтобы сильно много. Попробуем еще вытащить. Иногда надо два поражения, чтобы включилась нормальная серия. Ну, иногда это просто так. Не, ну если бы не та долбанная Нита, мы бы выиграли вторую катку, но... Просто там два раза так вот явно слиться... Это надо было это специально так играть. Мне там срать, какие там важные звоночки у нее могли быть, если честно. Потому что ты не пасьянс раскладываешь в одно жало.
А играешь в серьезную игру, какой бы мультяшной и дурацкой она ни казалась. Что-то ульту не по назначению использую, ну ладно. Немножечко не... О, мы уже выиграли. Вот, отлично. Погодите, а когда мы успели первый гол забить? Я что-то не помню. А, да, успели. Ну, память дырявая. А что у меня... Я просрачил, что ли? Ну, молодец какой я. Какой я молодец, а? Динамайк-то хороший был. Ждал, пока свои циферки начислятся. Кстати, можно скипать, но я не люблю. Я люблю, когда вот эти циферки смотреть. Ну, что ж со мной поделаешь? Иногда это приводит не к самым лучшим результатам, конечно. Ой, больно. Ай. Этого в угол загнали, бедного. Ой. Так, он вынес бип еще напоследок. Молодец. Правда, он зря ульту потратил. Эй, меня еще и жвачкой плюнули. Ну-ну-ну-ну-ну. Ой-ой-ой-ой, плохо. Плохо-плохо-плохо-плохо. Так, в атаку, наверное, не пойдем прям сразу, да? Ну вот, сейчас подождем своих. Спасибо за мячик, Биппи. Да блин, мне надо... Так, теперь надо подорвать переднюю стенку. Наверное. Ой. О. Пэм затащила, молодец. Не зря я, значит, там ломал им все. Так, ну чё? Ага. Да, ай. Я думал уже, помер. А что ж ты будешь делать? Ой, 13 секунд. Блин, блин, блинский. Нет. Шел нафиг, Мортис. Ты это зря прыгнул. Ты чуть не дал ей гол забить. О, надо же, вытащили три катки каким-то образом. Ну. Ой. Заслуженные кубасы в плюс. Давайте откроем, что там нам... О, мегаясик, еще один. Два мегаясика у нас. Еще один шанс вытащить спайка. Пять предметов. Блин, даже эти... Ну, пассивка-то не упадет уже. А может быть, лего выпадет. Вот, ну, с моей-то вероятностью она выпадет в следующем году только уже. Что я и так уже тут... В прошлом году я Леона получил с Эмбер с разницей в 2 недели примерно или в 1,5. Тут еще Сэнди. Жирно будет все сразу. Надо придется подождать. Так, катаны-катанчики. Так, Сэнди опять вылез на прокачку. Ну что ж ты с ним с него возьмешь-то? Все отнимает хлеб у Бипи. Не дает качаться ей. Так. Ну, что тут делать, да? Тащить парный шеда? Окей, на, допустим. Так, у нас... У! Здесь у нас луна прокачки, поэтому... Куда же мы денемся-то? Ой. Выбрать надо, забываю выбрать. Так, ну что, катаны, до трех поражений, да?
А дальше будем пробовать эту. Ну, у нас роборубки нету кандидатов, поэтому мы будем по-простому, наверное, за пухленького кисочку 8 бита играть. Ой-ой-ой, кто там? Так, сейчас меня пойдут убивать, блин. Этого нельзя допускать. Особо не приближаемся ни к кому, ждем напарника. О, теперь можно динамайка крысить. Это не достает пукалка моя морозильная. Так, фу, я думаю, там это боялся, что там тара еще. Я же забыл про нее. Она хорошо, что хоть ушла. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну что, идите сюда. О. Так. Кто-то на них напал, видимо, да? Или они на кого-то напали уже. Запутался кто где. Мы типа ждем, да? О, поехал дрон на разведку. Хе-хе-хе-хе. Так. Ну, мы сидеть вечно тут не сможем. К сожалению. Надо выходить, ты же смотри, не увлекайся. Ты потом как отсюда выбираться-то будешь? Так, надо найти самую слабую команду и атаковать ее, но, похоже, самая слабая команда это мы. А во-во-во-во-во. Ай-яй-яй, все убежало. Опс. Хы! О, Бипи-то была решающей в нашем продвижении до топ-2. Она попыталась незаметно выскочить. Но мы ее сняли. Да блин, я хотел по-наглому просто, но я ж дурачок. Что вы от меня хотите? Не трогай мою Нани, чучело с чемоданом. Беги, беги, дальше, 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 беги за... Ладно, он не стал преследовать. Хорошо. О, у него пассив какая, молодец. Больно дерется. Блинский. Так, ульту пока не буду использовать без надобности. Сейчас пусть они поближе под... Так, я смылся, кажется, да? Фу. Ну чё, в кустах не хочешь уже сидеть, да? Погоди, погоди, а куда ты воюешь-то? А, хочешь выманить? Ну блин, рано для этого. Прям для этого сильно рано еще. Так, аккуратненько, надо контролировать кустики. Ой-ой-ой, Пенни 11 ба. Так. Ну, извините, лучше бы мы в кустах посидели.
Не вовремя. Вот в тот раз она это сегодня не вовремя. Это то. Пэ. Короче, ну плюскубас пока еще. Ну бокатки позволяют плюскубас иметь за топ-3. О, 2У. Братаны-близнецы прям. Эй-бе-бе-бе. Котлетина, а? Так, надо валить отсюда, походу. Ой, ё-моё. Ну что ж ты... Два чучела, блин, огородных. Профукали. Эй! Осторожно, там это пухленький кисочка Тицк. Он сейчас зарядит свою ультаманию. Так, надо здесь подождать на выходе, поймать их, когда они попытаются смыться. Ну ладно. Да блин, опять он помер. Поскользи там пока. Блин, мы слабое звено опять. Естественно, и сдохли одновременно. Чё вы какие-то? Ну а где ты был? Не нравится ему что-то. Не хватай! Ты дурак ты конченый! Секунду подождать нельзя было, что ли? Дебил. Что ты мне показываешь? Ну бьё. Реально уже бешенство просто вызывают. Ты не толпись-то рядом со мной, бьют одновременно же. Для дураков, блин, прописная истина. Нет. Что ж такое? Ну, наконец-то, блин.
Так, что осталось у нас? Еще 56 жетонов. Ой. Я уже держу этот ящик, ну что ты... Ай, какие вы... Чё, типа мы будем тут ныкаться теперь, да? Ну, допустим. Не вижу особого смысла тут что-то рашить. Но я не буду начинать, пока он не будет что-то тоже сам начинать. Могли бы и пострелять уже, но... Мы типа это... Крысим на 100%, да? Окей, на. Мы как бы в топ-5. Еще что-то долго ждать. Что-то они как-то не хотят друг друга. О, плюс один кубас у нас, наверное, есть, да, или нет? Ну, сейчас посидим еще. Может, кто и прибежит на огонек раненый. Тихо. Я знаю, туман подходит. Но еще у нас выход есть оттуда. Че теперь? Не выдавай позицию. Ты че? Паровозик Томас, блин. Че делаешь? Так. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, сразились, сходили, блин. Ноль прикрытия, правда, пришлось самому все делать, как всегда. Ну ладно. Так, еще там осталось 36 жетонов, допустим. Эй! Ну давай, пухленький кисочка Тицк, добей ее. Опять в кустах сидим, да? Ну ладно. Допустим. Что-то к нам никто не идет, правда. На растерзание. Ой-ой-ой, эти жучки бегут. Таркины. Предсмертная ульта. Но нам тут ничего не светит. Но все равно топ-2. Так. Ну чё, еще 16 кубасов осталось, по-моему, да? Эй, карта поменялась. А, ладно. Да, 16, 16 этих жетонов, не кубасов, все их путаю. Так, да я пытаюсь целиться, получается вообще невообразимая херня. Ой-ой-ой, расходимся. В стороны. Так, бипи! Эх!
Что захотела? Так, подкрепись, пёсель. Да-да-да-да-да-да! Нафиг, отойди от нее, это Шелли. Ты чё? В туман заехала. Молодец. И чё, мы в топ-2, да неужели? Эх. Ох уж это снайперьё. Меня самого тут замедлили. Жесть. Вот они, 16 жетонов. Последнюю победу оставим на потом. Фу. Так, ну что, пойдем сходим на тот аккаунт. И сюда уже вернемся за рыборубкой. Все, катаны. Так, катаны, переносимся на аккаунт с Бравл Пассом. На нубский аккаунт. Что там в новостях? Это eSport. Ну его неинтересно. Так. Так. Мегаясик. Главное мегаясик. Забывать. Так. Так, у нас тут Котлета и Байрон будут качаться, да? Жетончики. Что-то мало. Обычно 70 дают или... Прям 40, это прям совсем что-то мало. Так. Так, вот Байрон. О, сразу на 2 даже этих самых. Не жирно ли тебе будет, а? Ой. Этот язык, блин. Смешная тоже. Так. Ну что, потрепали наши монетки. Давайте теперь тогда пойдем за Эль Примо. Так, ну что, Эль Примо в захвате Дристаликов у нас. Да что ты будешь делать, блин? Долбанный экран. Работай, телефон сраный. Так, все, поехали. Даже телефон у нас это рядом лежит, а только отвлекает. Надо его выключить к чертям собачьим. В авиарежим переводим и все. А играем мы с другого устройства и не... Это самое. Тыф-тыф-тыф-тыф-тыф-тыф! Ой! Да боблин! Эй, веревки. Жалко, у меня это радиус поражения не как у Розы. Да блин, опять этот Бо попадается не туда. Ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Да блин, бо. Или это кто там? Вот он опять сейчас пойдет воевать, и мы из-за него про... Говорил же! Кучка дурней! Играйте сами, короче, надоели, блин. Черти. Блин, специально остался там из-за этого долбанного Бо, потому что знал, что... Вот-вот, куда ты лезешь? Это я могу потерять этот свой кристаллик. Ты не имеешь права вообще не высовываться. Жесть. Надоели эти... Нубоиды. Стараешься, стараешься. Они только херят катки. Банить их надо по-хорошему. Из матчмейкинга. Но нет такой кнопки, к сожалению. Черного списка нету. Чтобы против них можно было играть, а с ними нет. Так, Фрэнк. Тыф-тыф-тыф. Тыф-тыф-тыф. Куда ты идешь? Это самый Бо. Так, против Розы мы не справимся. Поэтому... О, ломай их всех. Фрэнк, ломай их. Да блин, ну Роза! Кто-то на респауне, быстро вернулись. Да что ж такое-то? Никого на респауне, что ли, нету? То они умирают, где не надо, то, блин, не это самое. Роза тут это, скрысила наши кристаллы, а хоть бы всем плевать, да? Ну куда ты пошел? У тебя же плюс 8, ты чё, дурной? Ну один-то вы захватите, наверное, сами как-нибудь. Блин, да что же вы сдохли, что ли, все? Кто же вас спросил-то? Вы там это не забывайте, что мы, блин, в минусах сейчас будем. Алло. Блин. Так, прикройте меня своими мощными спинами, пожалуйста. Я выжил. Я выжил, катаны. Фу. Несмотря на старания всех. Ой. Блин. Хоть бы кто чего. Я двоих тут гоняю. Эти-то чем заняты, нижние? Ничего не понимаю. Блин, какие бесячие, а. Больно.
Ты думаю, к тебе сунусь просто так, что ли? Ой. Так, отлично, он гемасы несет нам. Тыф-тыф-тыф. Тыф-тыф-тыф. Так, не стой рядом со мной, Баули. Ты же видишь, динамайка ульта заряжена. Так, этот нам не интересен. У него кристалликов-то нету. Так, этот ульту бережет, я смотрю, да? Алло, 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 алло! Вот так вот. За Эльприму играют, захват кристаллов, чучелы. Пока-пока. Ну уж, естественно, старплеера, вы как хотели. Так. Ну чё, в парное пошли тогда теперь. А, нет, за Эльприма не надо. За кого надо? А ни за кого не надо тоже. Так, значит, тогда пойдем за того, за... Блин, Карл, что ли? Кто там у нас на прокачку, да? Карл. Бу-бу-бу-бу. Да блин, чё, а чё я хотел добиться? Не знаю, я идиот. Так, этот чем занимается? Ну, ты какая? Ну и чё, так бездарно сдохнуть? Ну, ай. Блин, вместо того, чтобы, блин, высматривать, кого можно добить... Опять Эльприма сдох. Да что ж такое-то? Куда ты полез вообще? Чучело. А, ну сейчас мы быстренько еще сольемся разочек за Карла. И не надо тут за него играть, ну нафиг. Неудобно. Один из самых бесячих. Вот Карл, Мортис и прочее. Не люблю их. Ограниченные какие-то совсем. О, какая наглая, прет и прет, ей пофиг вообще на все. Ну, это не мы хороши, это Джеки дурочка, поэтому. Ой, Роза завяла от мороза, ну-ка. О, фига, мы топ-2 даже попали. Ну, елки зеленые.
Так, а где второй клиент? Нету, что ли? О, что-то с того края идет, ничего не понимаю. А почему-то только один пухленький кисочка Тицк. Потому что Нита... Нита немножечко тормоз. Медленный газ. Ну, о, успели. Успели. Мой. Бивым, бивым, бивым. Бум. Подыщ. Так, а где мой-то? А, мой все готов. Че он ко мне не пошел в мою сторону? Я бы его быстро поставил на место. Да что ж такое, я надо было вперед идти, пока он стрелял в меня ультой своей. Ай-яй-яй. Баули, беги. Беги, Баули. Ой, молодец. Так, только не хватай все. Не хватай, не хватай, не хватай. Сразу. Дай вылупиться. Так, пойдем в кустике, там надежнее. Так, а где-то еще кто-то. А, вон они сидят. Хитрые. Ой. Надо же, Карл что-то добывает. Ой. А у нас тут сундуков все равно нету. Бипи. Оп. Чего-чего? Куда поехал-то? Ты чё, Баули, в режиме охотника? В режиме охотника уже, да? Не с кем воевать. Все что-то в центральных кустах, да? Ой, как он хорошо кинул. И я тоже молодец. Булечку мы загнали. О, давай ждать их тут. Гостей. Ну, чё-то ты как-то это перестарался немножко с Баули со своей ультой. О! Напали!
красиво. Все, хватит. С этим Карлом. Ой, ой, что мы набрали там? Давайте заберем сразу. Очки силы, кольт. Уж не пофиг кого качать, поэтому. Сейчас я сразу его тогда возведу в ранг, так сказать. Так, вот 800 ему. Так. Так. Фух. Так, скотаны. Меньше 4000 монет у нас в запасе. Ну, как бы и ладно. Так, главное, что мы и квест выполнили. От Карла можем отстать, да? Так, а, не, не можем. Потому что нам надо идти за него играть. Захват кристаллов. Вот. Надо его качнуть, что в роборубку его не поведу, зачем он нужен. То есть жетоны мы реализуем через него, поэтому... В порядке прокачки все равно надо как-то его это реализовывать. Эй! Так, Тара, можешь стеночку разрушить, нет? На ульте потом. О, уже лучше стало. Ай, ё-моё! Не успел. Надо было ульту применить, а я что-то как этот. Ну? А? Да где вы-то остальные, ну? Чё я один как дурачок тут? Ага. Как всегда. Да что ты мне ульту-то сбил, козлина? Да блин, ну... Чё вы такие ненадежные, а? Напарно-то, блин. Никто не прикроет никогда. Бу. Ну, отставай, отстаивайте, давайте. Мои гемасы. Я вам добывал. Да что вы как эти, блин. Да... Да ну, блин, спраут долбанный. Ну ты же метатель, ну куда ты лезешь-то? Ай... Хоть бы эти-то знали свое место.
Я-то ладно, идиот, но эти-то... Уже сам тупым стал, как валенок с вами, блин. Фу, отбились, блин. Собирай, собирай, только не прокакай их. Ну чё ты встал-то, дурак, ну? Убьют же одновременно, ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то наш Эльприма что-то фигово сделал. Да отступайте вы уже. Что ж ты будешь делать? Ну, ну. Так, уйди. Блин, я прикрыл своим туловищем, как мог. Блин, этот дурачок лезет воевать. Уже справа стенку поставил, типа. Все, надеюсь, отбились. Фу. Да, и последние 18 жетонов. Ой, все, катаны. Так, ну завтра мы, надеюсь, получим пухленького кисточку 8 вита. Последний день перед списаниями. Но в роборубку играть сегодня не пойду, что-то нет настроения. Не, уже поздно, и не хочу. Все, тогда всем пока.